отпуск прошел отлично, много впечатлений, отдохнули, набрали сил с новыми силами в новый сезон. Как кабинеты проходите, медицинские, есть жалобы какие-то или все здорово? У врачей жалоб нет, у нас тоже. Цели и задачи всегда самые высокие для себя, для клуба, для ребят. Я думаю, и болельщики от нас всегда самых высоких результатов ждут. Поэтому сейчас у нас идет подготовительный период, медицинское обследование, далее тестирование. Дальше будет видно. В отпуске удалось тренироваться, вот, может быть, на что-то отдельный акцент делали, просто обычного ФП? Акцент, наверное, так как я получал образование, уже сделал на общую выносливость, то есть аэробная нагрузка, плюс общая сила, поэтому это основа для тренировочного процесса сейчас, который будет вместе с командой. Алексей, рад вас снова видеть. Как настроение, эмоции, впечатления после отпуска? Да, все отлично. Собрались с ребятами, вот. Первые дни проходим медосмотр, и наконец-то все вместе, рад всех видеть, общаемся, впереди веселье самое. Физически покрепче стали? ОФП какое-то было в межсезонье, на что акцент, может быть, делали, какой-то кемп был? Ну да, как бы летом, как и всегда, занимался упорно, поэтому, может, чуть добавил, но самое главное, чтобы на льду все показало. Надеюсь, плоды будут. Всегда во время летнего отпуска скучаешь по тренировкам. Поэтому, надеюсь, уже в скором времени выйдем, кинут шайбочку и будем за нее кусаться. Прошлый сезон весьма такой хороший для вас получился с точки зрения личной статистики и игры конкретно. Какие цели, задачи в этом году у вас? Прошлый сезон нельзя прям назвать там супер каким-то прорывным, как там говорят. Да, мы там в конце сезона где-то воспользовали шансами, но по-настоящему можно будет назвать сезон хорошим, когда мы проведем его весь ровно и с большим количеством игрового времени, с хорошими очками, поэтому это и есть цель, закрепиться окончательно в составе и показывать хорошую игру тренерам, болельщикам, себе.